Дайте нам власть. Я хочу стать премьер-министром не потому, что я хочу стать премьер-министром. Я хочу стать премьер-министром, чтобы спасти жизни евреев, потому что внутри меня горит огонь, и даже если бы я захотел сдержать его, я бы не смог. Вот почему вы здесь, чтобы помочь мне спасти еврейский народ, а в конечном итоге и спасти всех нас. Потому что борьба за государство Израиль — это борьба за каждого еврея. И если, не дай Бог, государство Израиль исчезнет, не думайте, что ваши жизни здесь будут чего-то стоить. Дайте мне эту силу, дайте мне эту власть. И поймите, что однажды евреи смогут свободно гулять утром, вечером и ночью, потому что это будет земля еврейского народа, где не будет никого, кто устроит нам длинный холокост. Не тот быстрый холокост со смертью в газовой камере, а холокост топоров и ножей, которые они пускали в ход друг против друга в Ливане. И я не чувствую ни малейшей вины. Нет ничего плохого в том, что еврей продолжает жить. Нет заповеди, что еврей должен умереть. Никакой вины. Только еврейская сила и еврейская вера. Вера в Бога и вера в мощную еврейскую армию. Вот каким способом придет Мессия. Быстро, счастливо и в наше поколение. Аминь.